Чистый, такой уютный, а вскоре и самый зеленый город в Беларуси – Брест. Масштабная кампания по озеленению города над Бугом стартовала 18 февраля. В общем, о зеленой ситуации, которая складывается в Бресте, красноречивее. Всего говорят цифры. В 2019-м украсить областной центр должны 26 тысяч деревьев. Хвойных и лиственных – это в несколько раз больше, чем в прошлые сезоны. Мы хотим создать тот Брест, который был раньше, чтобы все знали, что Брест самый зеленый город в Беларуси. Поэтому, ну, я надеюсь, что мы до этого дойдем в этом году, постараемся как бы сделать огромный шаг к этой цели. День у нас приблизительно около 100 деревьев и 400 кустарников. Работает порядка, наверное, 35 человек на данных видах работ. В юго-западном микрорайоне Бреста новые аллеи появляются повсеместно. Мытная, Махновича, Грибоедова. И это объяснимо. Район молодой, на его территории совсем недавно велись строительные работы. Сегодня на юго-западе пока низкий уровень озеленения, но, судя по темпам кампании, вскоре ситуация изменится кардинально, ведь на кону комфорт жителей. Деревья сажают точно по технологии в наиболее благоприятный и оптимальный период. Положительная температура воздуха, земля хорошо насыщена влагой, деревья в состоянии покоя. За много лет сократилась зеленая зона. И мы сейчас наверстываем это упущенное, что было. Ну, для наших детей и для нас, я думаю, будет лучше, если будет больше зеленой зоны в городе. Будет у нас где гулять, дышать, отдыхать людям. Молодые саженцы украсят парки и скверы, улицы центра города и спальных районов. А значит, Брест станет ярче, красивее и еще зеленее. Сегодня высажено более 300 деревьев и около 3000 кустарников. Весенняя акция по посадке древесно-кустарниковых насаждений завершится к апрелю. Также будут проводиться специальные мероприятия по восстановлению леса. Одним словом, город над Бугом делают таким, каким ему следует быть. Будем стараться как бы качественно высаживать это, перейдем на другие растения, попытаемся сейчас закупить тот ассортимент, которого у нас в городе Бресте не было. Это штамповые растения, на центральных улицах посадим, это Машерово, Бульвар. То есть сделаем такие характерные, значимые места с таким дорогим посадочным материалом. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.